друзья, приветствуйте, Наталья Кагай. Добрый день, дорогие дамы и господа! Добрый день, дорогие партнеры! Я рада вас приветствовать сегодня на юбилейном конгрессе. Нам сегодня 5 лет! И казалось бы, всего 5 лет, а посмотрите, какой масштаб захватила наша компания. Альтернативы аналогов нашей компании сегодня нет в мире. Я проработала 25 лет в традиционном бизнесе. И за 25 лет у меня не было накоплений на счетах. У меня вообще не было счетов. В моем бизнесе было 5 человек. И посмотрите, что сегодня имею я, когда я пришла в холдинг Life is Good. В моей команде сегодня более 500 человек. Я развиваю бизнес сегодня в нескольких регионах. Это Россия, это Казахстан, это Кыргызстан. В этом бизнесе я увидела возможность, то, что я зарабатывала в традиционном бизнесе, это в 5-6 раз больше я сегодня зарабатываю в компании Life is Good. И без всяких вложений. То есть я ни копейки сюда не вкладываю, а вот именно на своем авторитете, вы на своих знаниях, вы зарабатываете вы сегодня огромные гонорары благодаря компании Life is Good. Меня часто спрашивают, почему я работаю в компании Life is Good, почему я выбрала именно этот бизнес и почему я бросила свой традиционный бизнес. Ну, наверное, первое – это наш президент Роман Василенко и его команда. На моем первом региональном базовом семинаре, который был в Казахстане, там было нас всего 50-60 человек. И я впервые увидела этого замечательного человека – вместе с его командой. И я увидела, услышала впервые его выступление и выступление его команды, и я поверила. Я не знаю почему, но после двухдневного семинара я приняла решение, и я открыла счет Виста. Хотя на самом деле на тот момент я вообще представления не имела, куда я иду, зачем я иду. Но что-то в душе, где-то в глубине в сердце я понимала, что-то здесь есть, и я не ошиблась. Спасибо вам, Роман Викторович. Второе, почему я в компании Life is Good, это вера. И вера, опять же, потому что нашу компанию возглавляет наш президент с его командой. И посмотрите, за 5 лет, что сделала эта команда. А ведь начинали они точно так же, как и мы. И когда на первом семинаре в Казахстане, на котором я присутствовала, эта команда, а эти люди, они еще не были директорами, но сегодня они директора 10, 9, 8 уровня, и мы их поздравляем. И я сегодня стою на этой сцене в этих же рядах, и мне очень приятно. Хотя я никогда не думала, и я не верила, я не ожидала, что есть такая возможность быть в этих рядах вместе с такими директорами. Третье, почему я здесь? Это ваши руководители, это ваши наставники, которые всегда с вами, которые всегда вас направляют, которые всегда вас поддерживают, которые дают всегда вам советы. Наверное, на сегодняшний день ваши руководители – это больше, чем ваша семья. То, что дают руководители нам, мне моя семья этого не могла дать. И я сегодня, стоя на этой сцене, хочу выразить огромную благодарность. У меня есть такие наставники. Это Неля и Александр Джен. Спасибо вам большое. И, конечно, самое главное, то, что я сегодня стою здесь, это моя команда. Если бы не было моей команды, я бы здесь не была. Я хочу выразить огромную благодарность своей команде, и они сегодня вместе со мной здесь. Это команда, которая она вас никогда, она всегда вас поддерживает, точно так же, как и поддерживают ваши руководители. Эта команда сегодня, уже более 500 человек, я сказала, да? И эта команда, она равняется на нас.
И мы вынуждены быть среди лидеров. Если мы не будем лидерами, на кого будет смотреть наша команда? И я хочу тоже сказать ей большое-большое спасибо. Я стала директором 6 уровня 1 июня 2019 года. И когда я получила приглашение от компании выступить здесь на конгрессе, я подумала, о чем я буду здесь говорить. Потому что в моем понимании выступать на этой сцене – это люди, успешные люди с большим опытом, которые, наверное, есть какие-то у них секреты успеха, да, чтобы быстро достигнуть такой успех. Я не знала, о чем вам рассказать, но мне именно сегодня хочется рассказать небольшой отрывок из своей жизни. 15 лет назад я осталась с 3 детьми и с 2 больными родителями без крыши. Наверное, это меня и привело в этот бизнес. Когда я попала на первый региональный базовый семинар, мне нужна была квартира. И бывают, да, сегодня бывают в жизни такие моменты, когда близкие люди, они подводят нас, кидают нас, и из-за этого я осталась без крыши. Ну, как мы понимаем, что беда не приходит одна в дом. И через полгода после того, когда судебные приставы выселили меня же из своего дома с моими детьми, через полгода у меня умирает под несчастным случаем мой старший сын. Еще через полгода я теряю своего отца. Я за год теряю 2 близких людей. Мне казалось, на тот момент жизнь уходит из-под ног, и жизнь моя остановилась. Но несмотря на все это, я поняла, что в этой жизни я должна смотреть не только на то, что я теряю, но я должна смотреть на то, что мы имеем. И у меня за моей спиной была моя семья. И я ради них поняла, что мне надо собрать все силы в кулак и просто начать работать. И вот благодаря этой семье я сегодня, можно сказать, я восстановила все, что я потеряла. Наталья Кагай. Я хочу пожелать новичкам сегодня, послушайте то, что говорят на этой сцене, да? Работайте каждый день, 8-10 часов. Выучите 2 продукта, которые продвигает наша компания. Сделайте список 100, научитесь сами делать встречи. Проводите мероприятия, городские, РБСы, принимайте участие, и вы будете успешными. Имейте терпение, если у вас будут знания и навыки, страх и сомнения вас никогда не заденут. Я желаю вам от всей души счастья, здоровья, благополучия. И как говорит, хочу закончить свое выступление словами Романа Василенко. Я такой же, как и вы такие же, как и я. Если я это сделал, почему вы не можете это сделать? Девиз нашей компании – объединиться, чтобы жить. Сделайте финансовый успех. Life is good. Global Star Club. Возможности безграничны.